Всем привет, мои дорогие зрители! Меня зовут Ярик Лаппа, и это у нас обзор мода Minecraft. Всем привет! Здорово, Фредди! В этом видео покажу вам мод, который добавляет эффекты прям в ваш лук. Рассмотрим все как можно подробнее. Значит так, у нас есть дополнительный мод, это верстак, прям здесь. Прям здесь, очень удобно, очень просто и вообще круто. Так, давайте перейдем к этому. Что же нам нужно скрафтить? Это кисточка, шерсть, нить и палка. Ну и лук, стрелы. Думаю, это знаете. Как же оно работает? Вот эти все предметы, которые здесь, с них берутся эффекты, и оно как бы ими стреляет. Берем кисточку, берем лук, и первое с этих предметов — это череп скелета-иссушителя. Сюда. Так. Во. Забираем кисточку, и теперь он крашеный. Череп. Что же будет? Будут типа взрывы. Пробуем, тестируем. Так, зажимаем. И пошла жара. Ну как? Давай, а ну-ка. Е-хо-хо. Ну так, так мощно, знаешь, эффектно. Стрелы, правда, не видно, но эффект есть. О-хо-хо-хо, смотри, смотри, смотри. Где? О, зацени. Метеорит. Зацени. Да, как метеорит. Смотри, смотри, смотри. Круто. Классно. Так, еще разочек. Туда. Давай еще я разочек. Давай, вот так. Ну, прикольно. Смотрим дальше. Опять кисточку, лук и динамит. Так, динамит, покрасили, покрасили. Так. Похоже. Только ну, взрывчик да. Поменьше. Вот так вот. А ну-ка давай, Фредик. Пошла жара. Такая воронка, воронка. Ну прикольно, типа такой мощный-мощный выстрел. Да. Это такое. Вот так вот. Вот так вот. Ну круто выглядит. Ну просто разбавило это все дело. Ты знаешь, как-то скучно, просто стрела летит. Ух ты. Так, дальше, дальше, дальше. Кисточку, лук и шерсть. По идее, любую, да? Да. Забираем, забираем. Что же здесь будет? Ой, кисточка выпала. Ну, такие вот эффектики. Чуть-чуть буквально что-то, да? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Да. Такой дымочек добавляет еще больше. То есть здесь стандартно чуть есть, но типа чуть-чуть больше. Ну да. Такое вот. Смотрим. Дальше. Это у нас факел. Факел, факел, факел. А ну-ка тестируем. Так, а ну сюда кисточка. Ко мне, деточка, ко мне. Вот так вот. Так. И пошла жара. Темненькое, да, такое? Почти как стандартное, это вообще. Да. А ну-ка. Ну да, что такое есть. Как дымок. Да. Ну, как известно нам, ночью ничего не происходит, к сожалению. Хотя могли бы сделать разработчики, что нет? Ну да. Так да, полетела да, стрела, полетела горящая. Да. Как-то так. Ладненько. Врубаем и тестируем дальше. Так, так. И это у нас красная пыль. Забираем, забираем. Красная пыль. Ну... Эффект. Ой, красной пыли. Сори, сори, да, ну так. Ну, красненькое добавляет. Оп. Оп. Летит. Ну, такое. Летит. Так, дальше, 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 дальше. Это у нас фейерверк. О-хо-хо-хо-хо. Хвейерверк. Хвейерверки. Ой, кисточка. Дайте. Вот так вот. И что? Ну, ну да. Типа полетел фейерверк, смотри. Типа да. О, смотри, как далеко видно, да? Тихо, тихо. Смотри, смотри, смотри. Ну да. Понял, в чем прикол? Да. Во-во-во-во-во. О, вот так круто, реально. Так и больше делай. Ну-ка, давай. Только у тебя в ноге... Ай, не могу больше. Вот смотри, смотри, как я делаю, смотри. Ну да, прикольно. Вот так и дальше будем тестить. Так, 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 так. Что же дальше? Что же дальше? Это у нас жемчуг Эндера. Да. Жемчуг Эндера. Так, это я твою забрал и что? Ничего страшного. Бери. У меня еще есть. Да? Да. Жемчуг Эндера. О, эффектик. Прикольно, смотри. Ну да. Смотри, смотри.
Как Эндер, да, где-то здесь постоял? Это да. Постоял. Так, ладненько. Дальше. Это у нас уголь. Уголёк. Заманчиво как-то. А ну-ка. Ну-ка. И чё? Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть буквально. А ну давай постреляй чуть. Да чё-то не очень. Ну такое серенькое остается, как бы след. Так все. Да. Дальше тестируем. Блок лазурита. О. Как-то так. О. Интересно, что здесь. Сейчас посмотрим. А ну-ка. О! Да-да-да. Ну знаешь, это поинтересней. Просто очень-очень выделено так. Знаешь? А ну постреляй так. Стреляю. Вот так серьезно выделено. Да, да. Прикольненько, прикольненько. Ладненько, дальше, конечно же, дальше. Это у нас молоко. Млеко. Ну да. Млеко. Так, ведерышко сюда. А ну-ка. Так. А чё, классно. Классно, такой эффектик. Да. А ну постреляй. О, спасибо за стрелы. Не за что. Забираем. Есть. Молочные стрелы? Да, типа того. Так, дальше, это у нас тортик. Тортик. Что же будет, Как всегда. О, круть! Амур. Охо, любовные стрелы. А ну-ка, давай так, вот так. О, смотри. Ой. Чересчур много любви. Любовь может убить. Это точно. Прям мысль читаешь. Ну, так, так, восстановились. Ну, с этим понятно. Смотрим, конечно же, дальше. Это у нас огненный шар. О. Огненный шар. Так, сюда. Запускаем. Огонечек. Неплохо. Огонечек. О, смотри, как ночью, классно. Видно, куда летит. Да. Класс. Прикольно. Ну да. Вот такое бы, где факел, да, только чуть ярче. Ну да, было бы круто. Ну, по идее, значит, разработчик сделал так, чтобы отличалось. Потому что некоторые эффекты реально похожи, да? Ну да. Включаем денечек и продолжаем наше путешествие. Так, огненный шар был, да? Да. Теперь ведро лавы. Вот. Ведро лавы. Увидь. Вот опять чудес. Кисточку потерял. Вот так вот. Ух ты! Прикольно, как салютик такой. Эхо, ехо, ехо. Все горит. Такая сажа. Смотри. О. Прикольно. Прикольно. Конечно же, это дело все прикольно. И еще раз только туда. А ночью? Не хочешь? Ночью? Давай попробуем. Почему бы и нет? Круть. Сигнал такой можно подавать. Да, между прочим. Все, вперед! Сигнальная ракета. Да. Так. Это у нас книга. Так же? Сейчас будет книга. Да? Да. Да? Да. Книга. Книга. И что у нас книга? Типа буквы. Что, серьезно? Да, ты смотри, семерка какая-то, или это буква была, что это? Это типа да. Да, и смайлики, прикинь. Типа из зачаровалки, знаешь? Да. По-своему тоже интересно. Да. А ну поделай так, чтобы я посмотрел. Алфавит. Типа того. Так. Дальше смотрим дальше. Это у нас нотный блок. Нотный блок. Йо-хо-хо. Нотики, пошли. О! Засмотрелся. Ты где? Ну такое, там чуть путешествую. Я повернулся, а тебя нету. Я говорю, засмотрелся. Ну постреляй сюда. Так вниз. Неплохо. Да, прикольно.
Смотрим, конечно же, дальше. Снежок. Зима. Да. Зима. Да. Там. Такой простенький эффектик. Но все же, Но все же снежок. Да, типа, летит. Ай-яй-яй. Ладненько. Ну что? Дальше. Там дальше. Ведро воды. Представь, как приделать ведро воды на лук? Ну там типа водичка берется. Ай. Эффект воды. Вот это номер. Типа дождик, знаешь? Да, мокрая стрела. Мокрая стрела. Так, ну, типа дальше. Да, это у нас сырая рыба. Это вообще номер, конечно. Сырая рыба. Тоже вода? Типа да. Типа. Я думаю, какой эффект в сырой рыбе? Ну, типа, что-то, какие-то движения, водички, рыбки. Ну, типа того. Ну, это да. Да, типа того. Ладненько, дальше смотрим. Дальше изумруд. Изумрудик. Изумрудик. Так. О! О, вот это да. Это поинтересней так. Ой. Перебор. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ну, красиво, согласись. Не спорю, очень даже. Дальше. Это у нас зелье, по идее, любое можно использовать, да? Да. Любое, абсолютно. Пузырек воды. Превращается в пузырек воды. Так. Да. Красиво так. Да, прикольно. Пурпурненько. Мой цвет. Да. Вот. Я забрал. Если нужно будет, скажешь. Да есть. Так, этот выбросим, давайте новый лук. Это сейчас у нас будет, ребята, алмазик. Алмазик. Забираем. Так, сюда кисточку. Кисточка. Прыгает. Так, и пошла, поехала. Цветное, круть. Вот это прикольно. Ва-хо-хо. Да, это там мне нравится. Это ты уже так настрелял. Смотри. Ну да. Ну красивенько так, Знаешь, себе так играешь, такие уникальные ты чувак. У тебя стрелы, необычные стрелы. Разноцветные. По-любому выделишься. По-любому. Да. Ну конечно, это выделяет. Золотое яблочко. Конечно же. Так. И поехали! Тоже. О, цвета меняются. Ну да. Заметь. Так переливается. Да, круто. Вау. Ну по-своему круто. Чем-то да, отличаются цвета на другие, совсем другие. Типа различные цвета, так интересно так. Да. Как бы меняются, знаешь, как бы меняются. А, да, абсолютно, смотри, как круто. Красненький, зеленый, синий. Ой. Что? Я повторил твой подвиг, я упал. Засмотрелся, как я. Вот это бывает. Ну, прикольно, конечно. Вообще, если честно, все эти эффекты по-своему хороши. Но мне как-то больше понравился, наверное, динамит. Знаешь, такой небольшой, четкий взрыв. Ну да. А тебе что больше всего понравилось? Мне череп скелета и сушителя. То есть огромный, да, взрыв? Да. Вот. Понятно. Такой. О-хо-хо. А давай еще раз вверх так. Запустим вверх. Е-хо-хо. Ну так солидно, согласен. Ну да. Мне не знаю, ну он, конечно, перебор большой, это можно испугать всех. То просто летит к тебе такое, да, не знаешь, где там та стрела находится. Ну да, согласен. Ну а мне маленький, тебе большой. Нравится. Каждому свое. Ну и цветные эти тоже по-своему хороши. Да. Короче, все здесь круто. Ну, в любом случае, вы найдете что-то под себя. Что-то такое, что вам больше всего нравится. Ну и на этом все. Все протестировали. Надеюсь, это вам, конечно же, понравилось. Спасибо вам за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч. Всем пока.